Ребятки, всем привет, с вами Александр, мир юрского периода, у нас по традиции есть турниры выходного дня, как я их называю, это хвост булава, это по идее шаровый набор, сейчас мы проверим, там сложно или просто, и у нас есть бой с усилениями за 3 награды, ну тут должно быть все довольно просто, давайте пойдем хвост булава, это очень старые такие названия турниров, которые еще были года, то и два назад. И так, как обычно, травоядные одна штука. Это обязательное условие. Так, ну я бы взял, как обычно, какого травоядного. Хотя можно взять и... ладно, у нас будут, думаю, условия 2 травоядных и 3 травоядных, скорее всего. Потому вот взять бы какого-то... так, пахи. Ну пусть будет пахи. Пахи, зухи. Зухи. О, еще один пахи, давайте. Только другой. Чисто по приколу. Два удара и хана. Можно атаковать без подготовки. Так, он ответил нам тем же, так сказать, но облегчил тем самым нам работу. Так, они идут по нарастающей, 21, 23, 25 уровень. Это у нас нундагазавры, которых я называю скайримы. Ну, просто они на 40 уровне напоминают это все дело. Отлично, мы угадываем, пробиваем идеально, так как надо. Ни капли лишнего балла. Не теряем. Так, 4. Может нас пробить, по идее. Нет, не может. Давайте сделаем вот так. Ну и чисто попробуем. Ну что попробуем? Сделаем. Вот так вот. Наш кусачка победил. Так, я еще, как была скидка несколько дней назад, я купил себе еще 3 таких. То есть у меня уже будет 2 20-х, либо 1 30-й. Так, ну это я потом, наверное, после видео покажу, что у меня там где есть. Так, травоядные X1. Травоядные. А условия не меняются. Очень странно. Да, я бы тогда все тут травоядными поразбрасывал. Кентрозавр, например. Пахик. Апатик. И кентрик. Ну, давайте будет у нас день травоядных. Одинаковый удар, но у нас в 2 раза больше жизни. Не, ну нехорошо так бить. Давайте накопимся. Но я думаю, апатозавра мы этого гиганоцефала и заберем. Ну вот так вот. Вот нет, выжил, наверное. Да, очень обидно так бить. Слегка не добить. Давай, уже забирай его. Сейчас гиганоцефал и пахиринозавр, это одни из первых гибридов, которые у нас тоже появились, травоядные. Блин, он опять выжил. Ладно, давайте выпустим на нашего пахицератопса, блин, я как сказал, пахиринозавр. Блин, ладно, где-то заговорился я. Ну, это у нас пахиринозавр и трицератопс, да, по-моему, комбинация. Пахицефалозавр и трицератопс. Вот так вот. Давайте выпустим кентрика. У него довольно сильный удар. И они, кстати, очень похожи по форме. Любуемся на прекрасную заставочку.
И условие у нас останется таким же, да, один травоядный. Один травоядный. Там, кстати, тоже один травоядный. У нас, ну, день травоядных. Пусть будет день травоядных, ребята. Так, у нас стегоцератопсы. Так, вот мне интересно, тут тоже, ну, тут стегозавр и трицератопс, понятное дело. А там тоже, что ли, трицератопс? Нам два раза приходилось это делать. Так, ну, вообще-то хотелось бы взять, наверное, каких-то рапторов. Ну, ладно, пусть будет день травоядных. Ну вот так давайте пойдем. Мало жизни, но много удара. Танкует Урхик. Но на самом деле не так уж много выдержит, всего лишь 4 удара. Давай, яростный, бьет по полной. Так, ну мы сейчас его и заберем. Пусть он на следующий ход тоже на нас потратит 4 балла. Ну, если бы они у него были, он бы походил бы точно на 4. Два удара и хана. Что-то как-то мелковато выглядит Стегоцератопс, вам так не кажется, по сравнению с Дейнахером? Он такой-то здоровенный кажется. Ну, Дейнахер тоже большой. Он, ну, вот как бы с виду не очень уступал самому тиранозавру. Конечно, было полегче его, но довольно крупный. Красота. Мы получили шаровый легендарный набор. Ну, гены, да, нам пригодятся, потому что я немножко потратил 1200. Так, и у нас бой с усилениями остается. Ну, попробуем взять там тоже травоядных. Ну здесь будет так непросто. Нет, здесь у нас одними травоядами не обойдется. Мне не хватит столько сильных травоядных. Здесь у Найринхим максимальная практически. Так, значит, будем брать хищников. Первым пойдет танковать. Так, потом пусть будет Таникалагреус. И вот такой вот. Ну, пусть будет. Пусть будет. Погнали. Так, ну ничего пока не делаем. Накапливаем. А, кстати, плюс 50 вот ему дать было бы неплохо. Это больно. Вот так, взяли и вылечились. Это шикарно. Апатозавр и увеличение жизни, шикарная комбинация. Давай, атакуй на 2, и я тебя вообще тогда, наверное, завалю. Так. Ну, давай. У него точно по нулям. Ну, пришлось бить целых 5. Проще было, наверное, даже подмениться. На Таникалагреуса. Он бы по полторушке бил, было бы эффективнее. Ну, ладно. Убил. Подлец.
Но не страшно. Так, кто кого? Дуэль не на жизнь, а на смерть. Давайте пробуем пробивать Юдоном. Че пробуем? Делаем. Так, ну, два травоядных, ну, понятно. Вот здесь будет такое условие, о котором я говорил. Один, два, и потом три травоядных. Ух ты, ё-моё. Так, ну, три травоядных мы оставим на потом. Кстати, где мои все травоядные? Вот, один, два... А чё, Урхик у меня занят, что ли? Сигнозук занят, да, ребята? Занят. Тут уже сороковые пошли. Вот эти вот раз, два, три. То есть, получается, я их буду брать на следующий бой. Ну, Сигнозуха, наверное, не буду брать. Тогда сейчас возьмем вот так, вот так. И вот так. Ой, что это я такое вымучил? Два травоядных. А, так у меня... Блин, смотрите. У меня есть Урхик. У меня есть Урхик. Так, стоять. Нет у меня Урхика. Нет у меня Урхика. Так, вот, раз, два, три... Тогда нужно менять стратегию Анкила. Возьмем Анкила, Сигнозуха. Да, чё нам тут, чё мы паримся, правда ведь? Чё нам париться, ёшкин кот? И вот так. Но он разве меня за 2 не пробивал? 1200 умножить на 2, 2400 плюс 40%, плюс 1000. Ну, где-то рядом было очень. Плюс-минус 100 баллов он мне должен был бы пробивать. Давайте смотрим, 2 балла. Насколько будет урона? Неужто ли не пробьет? Да, не пробил, не хватило. Давайте полностью отхиляемся, так сказать. И за 4 мы его легко пробьем. Жаль, что 3 не хватило. А где мои 50%? Не понял. Я же выбрал. Почему анкилодок у меня покалеченный? Чё-то я не вкурил. Чё произошло? Блин, выжил? Не, не выжил. Отлично, Сигнозух, красавчик. У него было 5, атакует на 3. Посмотрим, Анкила сможет ли его пробить. Да сможет. Сколько у нас тут сейчас будет баллов? О, у нас тут 8 баллов. Легко.
Так, ну один бой, как мы и предполагали, только травоядные. Апатозавр, урхозавр и унайринг. Вот так вот. Но усиление так, чисто символически. Полмиллиона отдаем и идем сражаться. Ху-ху-ху, ну давай. Ну вот здесь добавилось, все нормально. Десяточка жизни. Ну давай. Ну отлично, можем пробить. Блин. Ну ладно, ладно. На все пять. Урхик за один удар пробивает. Чего? Мы выжили. Это вообще невероятно. Это супер вариант, когда ты выживаешь на 99 хп. Ему нужно бить. Вообще-то, вообще не может бить. У меня 4 балла. Та-дам, давай, давай, давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Труп, точно труп. Ну давай, на 3, ему нужно бить на 3. Из 6. Ну, он так и сделает. У него осталось 3 балла, а у нас будет 6. Мы его легко пробиваем. Вот, раз, два, три. И сверху полторушку. 9000 даже. Отлично. Так, ну, 3 набора травоядных. О, 1000 генов. Каритозавр. Родственник паразавра. О, баксы и гены. Суперзавр. Тоже один из крупнейших травоядных. 1000 генов и 100 баксов. И галимимчик. Вообще шикарно. Вот такие вот дела у нас были, ребятки, как обычно. С вами был Александр, а вы, как обычно, конечно же, поставили лайк. И до скорых встреч, ребята.